это знаменитая фотография Евгения Халдея, известная под названием «Участь» или «Массовое самоубийство в Вене». 1945 год, Вена. Фотограф рассказывал, что когда он вошел в парк рядом со зданием парламента, то увидел ужасающую картину. На скамье сидела женщина, убитая выстрелами в голову и шею. Рядом ее мертвые дети, а неподалеку лежал глава семейства со значком НСДАП на пиджаке. Произошедшее видел вахтер из здания парламента. Это он сделал, не русские солдаты. Пришел в 6 утра. Я видел его и его семью из подвального окна. На улице ни души. Он сдвинул вместе скамейки, велел женщине сесть, то же самое велел детям. Я не понял, что он собирается делать. И тут он застрелил мать и сына. Девочка запротивилась, тогда он уложил ее на скамью и тоже застрелил. Отошел в сторону, оглядел результат и застрелился сам.